выходя за пределы пространства, что является собой твой дом, понимаешь, что лучше бы в нем тебе было впредь оставаться, ибо там, на проспекте, с ума, сходишь верно. Живые гремят, а движения в округе сулят нарушением покоя. Дома непомерно собой напирают, всей громадою каменных стен нависают, и все те из вен кровотечение свое ускоряют. Мозг в разбитость приходит от зеленеющих трав и от солнца, и в автобусных пыльных оконцах злые лица видны, и слезе не явится из глаза от суммы пережитого доселе. Глаз так устал, что не видит алмаз среди всей надоедливой уймы мельтешащих в округе людей. И приходишь вдруг к каверзной мысли, на еще одну жизнь здесь зависнув, не найдешь себя в тщетности дней.